Жил-был один молодой человек по имени Борис Маркелов. Он был умным, добрым и трудолюбивым, но ему не хватало одного – счастья. Борис работал в офисе, проводил долгие часы за компьютером, но каждый вечер возвращался домой один. Его жизнь была спокойной и размеренной, но чего-то в ней не хватало. Однажды Борис решил изменить свою жизнь. Он начал заниматься спортом, посещать клубы и мероприятия, где мог встретить новых людей. Но каждый раз, когда он встречал кого-то, что-то не складывалось. То девушка оказывалась занятой, то парень был слишком скучным. Борис чувствовал себя одиноким и несчастным. Однажды вечером, возвращаясь домой после работы, Борис увидел девушку, которая стояла на остановке и ждала автобус. Она была красивой и улыбалась, но когда Борис подошел ближе, он заметил, что она плачет. Он спросил ее, что случилось, и она рассказала ему о своих проблемах. Борис предложил ей свою помощь, и они начали разговаривать. Борис и девушка провели вместе несколько часов, разговаривая обо всем на свете. Они нашли общий язык и поняли, что им хорошо вместе. Борис понял, что это именно та девушка, которую он искал. С тех пор Борис и девушка стали встречаться. Они проводили много времени вместе, гуляли, ходили в кино и просто наслаждались обществом друг друга. Борис почувствовал, что наконец-то нашел свое счастье. Прошло время, и Борис сделал предложение своей девушке. Она согласилась, и они сыграли свадьбу. Теперь они живут вместе, счастливы и любят друг друга. Борис понял, что счастье не приходит само собой, его нужно искать и бороться за него.